Служение Дерека Принца. Крест в моей жизни. Часть вторая. Давайте объясним, почему этот век лукавый. Второе послание Коринфянам 4:4. Но прочтем еще и третий стих, чтобы увидеть контекст. Павел говорит, если же и закрыто, благовествование наше то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог век сего слепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. Ну и так далее. Кто же этот Бог, века сего ослепивший умы тех людей? Это? Сатана, правильно. Вы понимаете, что сатана не хочет, чтобы этот век закончился? И знаете почему? Потому что пока длится этот век, он остается Богом. А когда этот век подойдет к концу, то он перестанет быть Богом. Поэтому он делает все возможное, чтобы оттянуть конец этого века. А церковь должна делать все возможное, чтобы приблизить конец этого века. Но написано, что он ослепит умы церкви, чтобы церковь не делала то, чего от нее ожидает Бог, чтобы приблизить окончание века. Затем в послании к евреям автор послания пишет о людях, получивших определенный опыт, который, по моему мнению, получили многие из здесь находящихся. Мы начнем с 6 главы 4 стиха. «Ведь если люди, однажды озаренные светом, вкусили небесного дара и стали сопричастны Святому Духу, и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего века, заметьте, что когда мы вкушаем Святой Дух, то вкушаем и силы грядущего века». Благодаря этому переживанию мы как бы покидаем нынешний век и переходим в следующий, и мы понемногу начинаем переживать то, какой будет жизнь в следующем веке. Приведу вам один пример, который довольно сложно объяснить. Павел пишет, что тело, которое мы имеем в этом веке, об этом написано в первом послании к Коринфянам, это плотское тело. Иными словами, это тело, которым управляет душа и ее желание. Если мой дух хочет, чтобы мое тело что-то сделало, то моему духу нужно работать через мою душу. Например, Давид хотел прославлять Бога своими устами, поэтому его дух проговорил к его душе и сказал «Благослови, душа моя, Господа». Дух не мог начать славить Господа без взаимодействия с душой. Вы понимаете, что я имею в виду? Это называется душевное тело. Но в следующем веке, по словам Павла, у нас будет тело духовное. Что это значит? Насколько я понимаю, а я могу и ошибаться, время покажет, это значит, что наш дух будет напрямую контролировать наше тело. Нам не нужно будет убеждать нашу душу. Если я захочу полететь на другую планету, то я просто полечу, и мне не нужно будет спорить с моей душой по поводу правильности или неправильности этого путешествия. Я веду к тому, что если вы крещены в Святой Дух, то вы вкушаете силы грядущего века. Когда вы говорите на иных языках, как Дух дает вам изрекать, то в это время ваш Дух, может, даже впервые напрямую контактирует с вашим языком. Это не должно проходить через ваш маленький, узкий и глупый разум. Вот почему это является одним из очень важных жизненных переживаний, потому что для многих из нас это единственный способ узнать то, какой будет жизнь в грядущем веке. Когда я молюсь на языках, мне не нужно думать, понимаете? Но моя душа должна это разрешить. Если моя душа скажет «нет», а плотский разум многих людей говорит «нет», я не хочу говорить на языках, потому что я не понимаю, что я говорю. Если ваша душа выступает против, то вы не сможете этого сделать. Но моя душа уже капитулировала, и когда я хочу говорить на языках, то я могу это делать. Вот, например, так.
Видите, я не знаю, что я говорю, но знаю, что говорю что-то хорошее, потому что это дал мне Святой Дух. Когда вы говорите в Духе, то ваш Дух делает то, что он всегда должен был делать, прославляет Господа. Вы никогда не скажете ни одного плохого слова, пока Дух Святой контролирует ваш язык. Как бы там ни было, я пытаюсь до вас донести, что жизнь в следующем веке будет совершенно другой. Наш Дух будет напрямую контролировать наше тело. Мы не будем ограничены нашим маленьким глупым разумом, нашей душой. А теперь давайте вернемся к 13 главе Матфея. Здесь мы находим еще одну проблему, связанную с этим веком. 13 глава, 22 стих. «Толкуя притчу о сеятеле, Иисус рассказывает о семени, которое упало на каменистую почву. Он говорит о посеянной в тернии, означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодное». Итак, у этого века есть забота. Кажется, в других переводах используется слово «волнение». А еще можно было бы сказать «тревоги». Когда вы слишком поглощены тем, что происходит в этом веке, то эта поглощенность делает Слово Божие бесплодным в вашей жизни. Она глушит Слово Божие. Слава Богу, что мы можем быть свободны от этого лукавого века. Видите, как это важно? Затем в послании к римлянам Павел пишет еще одно утверждение. Это 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, — говорит он, — но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Не думайте так, как думают люди этого века. Вам нужно научиться думать иначе. Расскажу вам о главной разнице. Люди этого века в основном эгоцентричные. Это одно почти всемирное описание. Их отношение в любой ситуации такое, что я от этого получу. Но человек с обновленным разумом думает по-другому, что от этого получит Бог. Его жизнь уже не является центром всего. Теперь в центре его жизни Бог. И еще одна характеристика, довольно трагическая и очень серьезная. Верный слуга Христа не может любить этот век. Второе послание Тимофею, 4 глава, это одно из самых грустных утверждений в посланиях Павла. Вот он приближается к концу своей жизни, находится в тюрьме, ожидает суда и возможной казни. У него осталось всего несколько верных сотрудников, которые остались с ним до конца, и одного из них звали Димас. И вот всего в одном предложении он говорит так: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Видите, если вы любите этот век, то в длинном забеге вы не сможете оставаться верными Богу. Как говорится, когда корабль пойдет ко дну, то вы пойдете в неверном направлении. Это очень и очень проницательная мысль. Я задам вам вопрос. Любите ли вы каким-либо образом этот век? Живете ли вы так, будто бы он продлится вечно? Сложили ли вы все свои яйца в одну корзину этого века? Потому что однажды эта корзина упадет, и все яйца разобьются. Мы рассмотрим второе освобождение. Для этого откроем послание к Галатам, 2 главу, 19 стих. Это то, что христианам очень сложно понять. Это мои личные наблюдения. Я провел много часов, пытаясь убедить христиан в реальности этого, и даже не знаю, насколько я был успешен. Так вот, в послании к Галатам Павел пишет о втором освобождении. Я называю его освобождением от закона. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Что же означают слова «законом я умер для закона»? То, что закон назначал только смертную казнь. Именно закон приговаривал меня к смерти. А когда я был предан смерти, то закону пришел конец.
Понимаете, последнее, что может сделать закон человеку, это предать его смерти. И как только это произойдет, то человек свободен от закона. Не имеет значения, совершил он одно убийство или целых сто. Если вы казнены, то закон больше ничего не может вам сделать. Видите? Нет других способов выйти из-под закона. Это единственный выход. По удивительной Божьей милости и благодати, казнь произошла 20 столетий назад. Когда Иисус умер, я умер в Нем. Он от моего имени понес окончательное наказание закона, чтобы я был свободен от требований закона. На вчерашнем собрании я упоминал о том, что в послании к Колоссянам написано, что закон прибит к кресту. Он не оставляет вас до креста. Он может проследовать за вами к кресту, он может преследовать вас, он может вредить вам, он может обвинять вас и осуждать вас. Но как только вы попадаете на крест, то он освобождает вас от закона. Больше никакого осуждения, ему пришел конец. Павел пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Если вы это проанализируете, то все поймете. Если вы живете для закона, то вы не живете для Бога. Если вы живете для Бога, то не живете для закона. Вы не можете жить и так, и эдак. Эти два способа, два образа жизни нельзя соединить. Это одно из самых понятных и часто употребляемых утверждений Нового Завета, но при этом я заметил, что христиане плохо с ним знакомы, и оно их шокирует. Недавно я общался с одной группой людей. Я вел себя как обычно и не хотел их шокировать, но я сказал, что христианство — это не свод правил, а на их лицах появилась тревога. Думаю, если бы я сказал, что Бога нет, то они были бы менее шокированы. Понимаете, я разобрался с этим, наверное, из-за моего философского прошлого. Как только я спасся, то заметил, что одним из самых решающих вопросов в Новом Завете являются отношения между законом и благодатью. Но все не так просто. Я думаю, что проблема в том, что мы не привыкли думать так, как Бог. Не думаю, что этот вопрос очень сложный, просто для него нужно полностью изменить свое мышление. Ну, если бы вы сейчас могли увидеть свои лица, то вы были бы шокированы. Ну, хорошо. Мы откроем послание к Галатам и посмотрим 3 главу, 11 стих. Поймите, это конец отрывка, в котором говорится, что вы под проклятием, потому что вы были околдованы. Здесь сказано, что законом никто не оправдывается. Перед Богом это ясно, потому что праведный верою жив будет. Случилось так, что я прочел Новый Завет на греческом языке. Я начал изучать греческий еще в 10-летнем возрасте и изучал его целых 16 лет. Так что же я хочу этим сказать? Если у вас есть доступ к тексту оригинала, то вы можете проверить, что в большинстве мест Нового Завета, где под словом «закон» подразумевается закон Моисея, то в оригинале написано просто «закон». И в этом большая разница. Приведу вам пример. Прочту это место иначе. А что никаким законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Павел изначально имел в виду то, что вы не можете оправдаться через соблюдение закона Моисея, но на этом все не заканчивается. Он говорит, вы не можете стать праведными перед Богом через соблюдение любого закона. Это исключено. Это невозможно. Даже не тратьте время на попытки. И затем в 12 стихе Павел продолжает, «А закон, не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им.
Если вы постоянно можете исполнять весь закон, то это хорошо, тогда вы праведны. Но ни у кого это еще не получалось. А если вы можете исполнять какую-то часть закона время от времени, то это вам ничего не даст с точки зрения достижения праведности. Итак, есть две альтернативы — оправдание по закону или оправдание по вере. Но их нельзя смешивать. Ведь это понятно? Чуть дальше Павел использовал небольшую аналогию с семьей Авраама. Он приводит в пример Измаила, который был сыном рабыни и прообразом плодов закона. Он пишет, что Агарь символизирует гору Сион, на которой был дан закон, а Сарра — это прообраз духа сверхъестественного рождения, в результате которого появился Исаак, дитя благодати. Но Павел подчеркивает тот факт, что когда появился Исаак, Измаил должен был уйти. Они не могли существовать в одной семье. Он цитирует заявление, сделанное самим Богом. «Выгони рабыню и ее сына. Вы избавляетесь не только от Измаила, но и от Агари. Поэтому вам решать, кто будет жить в вашем доме. Оставите ли вы Измаила или приготовите комнату для Исаака, сверхъестественного ребенка благодати». Понимаете, Измаил был наилучшим из того, что Авраам мог сделать своими силами, но он не был достаточно хорош. И самое лучшее из того, что вы можете сделать своими силами, тоже недостаточно хорошо. Мы можем продолжать пытаться, потеть, трудиться и даже молиться. Но это недостаточно хорошо. Если вы хотите иметь благодать, то вам нужно сказать «нет» закону. Понимаете? Это настолько очевидно, что многие из нас хотели бы оставить и то, и другое. Немного благодати, немного, чуточку закона. А Бог говорит, так не пойдет, я это не приму. Если вы не доверяете благодати целиком, то вы не доверяете ей совсем. Если вам нужно добавлять к благодати закон, то вы не переживаете настоящую благодать. Ну а далее мы откроем с вами послание к Римлянам, 6 главу, 6 стих. Здесь описано освобождение. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Где и когда был распят наш ветхий человек? Когда Иисус умер на кресте. Это исторический факт. Вы не можете его изменить, но знание о нем и вера в него может изменить вас. Мы имеем дело с фактами. Вы должны знать, что все Евангелие основано на фактах, исторических фактах, в отличие от других мировых религий. Я не знаю никакие другие мировые религии, которые были бы основаны на фактах. Они всего лишь системы или теории. Они — это откровения, не связанные ни с каким определенным отрезком времени, а Евангелие основано на исторических фактах. Это либо правда, либо выдумка. Лично я считаю, что это правда. Так вот, Павел пишет, что пока это ветхая природа, это природа Адама, этот бунтарь по имени ветхий человек не будет отдан на смерть, то мы будем оставаться рабами греха. Единственный выход — это разобраться с ветхим человеком. Он бунтарь. Божье решение — это казнь. Он не исправляет таких людей, не отправляет их в церковь, не учит их золотому правилу, их нужно только казнить. Но по Божьей милости казнь произошла тогда, когда Иисус умер на кресте. Это Божья милость. Итак, Павел продолжает, «Ибо умерший освободился от греха,
Этот текст сохранился без изменений почти во всех переводах. Но если в вашей Библии есть поля, то, посмотрев на них, вы увидите, что этот стих означает «оправдан от греха». Как только вы понесли последнее наказание, вы стали оправданы. Закону больше нечего от вас требовать, и он больше ничего не может вам сделать. Смерть — это выход из-под господства закона, а также выход из-под господства греха. Римлянам 6 глава. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Почем вы находитесь, а? Вы не можете находиться и под одним, и под другим. Если вы под законом, то вы не под благодатью. Если вы под благодатью, то вы не под законом. И Павел очень четко дает понять, что если вы под законом, то грех будет господствовать над вами. Это поражает людей. Но дела обстоят именно так. Пока вы находитесь под законом, вы делаете все возможное своими силами, а это недостаточно хорошо. Итак, 7 глава Римлянам. «Когда мы жили во плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в наших членах. Чуть дальше Павел объясняет, я не буду вдаваться в детали, но он говорит, «Я не знал, что такое зависть, пока не услышал заповедь «не пожелай». Но когда заповедь пришла, во мне поднялась зависть». Вы когда-нибудь переживали нечто подобное? Когда вам запрещают что-то делать, то это начинает господствовать над вами. То есть получается, что грех был разворошен законом, пока мы полагаемся на свои силы. Вам, кстати, нужно прочесть всю 7 главу послания к Римлянам, чтобы это понять. Ну а в следующем, уже в следующем стихе Павел пишет, «Ныне мы освободились от него». От чего мы освободились? От закона? Я должен объяснить, что мы не говорим о мирском законе. Это не значит, что вы можете нарушать закон своего государства. Ни в коем случае. Мы говорим о законе как о средстве достижения праведности перед Богом. Я считаю, что христиане должны быть законопослушными гражданами, но ныне, умершие для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. В предыдущих стихах Павел использует довольно сложную картину, поэтому попробую ее упростить. Он приводит пример замужней женщины. Если она выйдет замуж еще раз, пока ее муж жив, то это сделает ее прелюбодейкой. Но если муж умрет, то она вправе выйти замуж за другого человека. Под этим подразумевается, что через закон мы были в браке с нашей плотской природой. Мы были полностью посвящены нашей плоти и делали все, что в наших силах. Пока наша плотская природа жива, мы не вправе вступать в брак с кем-то еще. Но на кресте наша плотская природа была умерщвлена. Теперь мы вправе вступать в брак с другим. Этот другой — воскресший Христос. Итак, продолжим бороздить эти просторы. Второе послание Коринфянам 3:3. Павел обращается к христианам в Коринфе. Мне очень нравится этот стих, потому что Павел говорит, «Если хотите знать мою теологию, то езжайте в Коринф. Там вы прочтете ее в жизнях людей, которым я служил». Такая теология мне нравится. Павел говорит, «Если хотите знать, во что я верю, приезжайте в Коринф. Там вы встретите людей, которые были блудниками, прелюбодеями, сутенерами, гомосексуалистами, пьяницами, извращенцами, а сейчас они живут благочестиво». Затем он пишет, «Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях камня, но на плотяных скрижалях сердца». Вот разница между законом и благодатью. Закон — это каменные скрижали снаружи, на которых написано «делай то и не делай этого». И вы говорите «хорошо».
«Буду делать это и не буду делать того». Но вы терпите неудачу, потому что бунтарь, живущий внутри вас, не хочет сотрудничать. Но благодать не находится снаружи и не говорит: «Сделай то, сделай это». Благодать с помощью Святого Духа пишет закон Божий на вашем сердце. А если он в вашем сердце, то так вы и будете жить. Соломон сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Какая замечательная мысль! Я не могу написать то, что пытаюсь донести вам на ваших сердцах, но если здесь будет Святой Дух, то Он напишет это на ваших сердцах. Никто из нас своими силами, теологией, служением не сможет изменить ни одного человека, но когда за дело берется Святой Дух, Он может писать на сердцах тех, кому Он служит, и они меняются. Потому что все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Что вам нужно сделать, чтобы стать зрелым Сыном Божиим, когда вы уже рождены свыше? Вам нужно быть водимым Духом Божиим. Нет никаких других путей к зрелости. Все выглядит примерно так. Бог говорит: вам предстоит путешествие, и у вас есть два варианта. Идеальная карта, или же вы можете выбрать личного гида. Карта — это закон. А кто такой личный гид? Святой Дух. Итак, вы молоды, крепкие, у вас два высших образования, и вы говорите: «Ха, возьму-ка карту. Я умею читать карты, и у меня все получится». Через 48 часов темная ночь льет, как из ведра, вокруг кромешная тьма, и вы понятия не имеете, куда вам дальше идти. Затем тихий голос говорит: «Я могу вам помочь?» Это Святой Дух. «О, Святой Дух, я нуждаюсь в тебе, помоги мне!» Вы выбираетесь из чащи, выходите на дорогу, солнце начинает светить, и вы думаете: «Какой же я был глупый! Мне не стоило так паниковать!» Наверное, стоит еще раз взглянуть на карту, и вы так делаете. А когда оглядываетесь, то гида уже нет. Вы продолжаете идти по карте, и через два дня оказываетесь посреди болота. С каждым шагом вы погружаетесь все глубже и глубже, и вы думаете: «Что же мне теперь делать? Я ведь не могу попросить гида вернуться». Но гид возвращается. Он говорит: «Позволь мне помочь тебе». Это история христианской жизни. Как часто мы будем возвращаться к карте, тогда как у нас есть гид? Вы скажете: «Но я боюсь, что без закона я сделаю что-то не так». Одно могу сказать точно. Дух Святой никогда не побудит вас сделать что-то не то. Если вы действительно водимы Духом Святым, то вы всегда поступаете правильно. Вы не можете полагаться на свои силы. Но Бог придумал, как вам избежать всех обязательств закона. Через смерть Иисуса на кресте наш ветхий человек был распят. Это общее утверждение, но Павел делает его более конкретным. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Мы должны взять это общее утверждение и через исповедание сделать его личным. Скажите это вместе со мной. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Это ваше исповедание, и оно должно стать вашим. А теперь скажите: «Слава Богу!» Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!